привет. Я все ваши комментарии читаю, и уже долгое продолжительное время вы мне говорите, что нужно на Ниву поставить бесшумные рычаги. Типа это уменьшает шум. Я к этому отношусь по-разному. Со многими общался, говорят, что это полная ерунда. Кто-то говорит, что это нормально. Один из подписчиков сказал, что он заказал дорогие бесшумные рычаги с город Москва. Нива Комфорт. Я с человеком связался, который именно эти рычаги производит. Попросил на тест. Он мне прислал. Вот только еще с почты забрал, еще не вскрывал. Сейчас поедем в магазин в полный привод. Возьмем раздатку. На месте вам покажу, как снимается, как эти. Сразу откроем, посмотрим, что в них лучше или хуже. Потом какое-то время я покатаюсь. И честный отзыв я вам оставлю по поводу вообще этих бесшумных рычагов. Стоит или не стоит. Сейчас едем в магазин в полный привод. Итак, друзья, приехали мы в магазин «Полный привод» к Виталию. Ну вот, смотрите, мы вскрыли эти бесшумные рычаги. Вот так вот они выглядят. Я вам покажу. Идет здесь таотница. Виброгасящий звук. Втулка стоит. То есть вот они родные, видите, родные стоят. Отсюда идет вибрация, и все это переходит куда у нас? В салон. Как это все меняется примерно? Но это все меняется с салона, сверху вид. Но я вам покажу вот на снятой, чтобы вам было понятно. То есть стопорное кольцо снимается, втулка вытаскивается. Сейчас что-нибудь снимем. Вот, видите, рычаг снялся. Вот родной рычаг. У родного рычага установлены пластиковые втулки. Вот они. Но они тоненькие, и они со временем что делают? Разбиваются. Вот эта штука закисает здесь внутри. Здесь разбилось, здесь закисло со временем. Звук металла, тут металл, и все идет у нас в салон. Поэтому и звук, как говорится, у нас переходит все это в салон. Бесшумные рычаги, как написано, таотницей идет к двигателю. То есть вот так вот это ставится. Ну давайте я не буду здесь, давайте снимем, попробуем, посмотрим, что здесь. Здесь тоже такие же втулки стоят, и плюс таотница, то что сюда загоняется смазка. И здесь не будет у нас уже закисать. Плюс идет пластиковая втулка. Но я сейчас разбирать не буду. Посмотреть, как это. Фотографию прикреплю. Здесь вот где-нибудь будет фотография, как это все там внутри состоит. Ну и все, и также ставится. Давайте попробуем поставить. Так, ну вот так вот это ставится. Вот, вот, все получилось. Все это ставится и стопорным кольцом фиксируется. Все получается. Но здесь получается то, что
она пошире. Резиночку надо, чехол будет обрезать. Вот, ну примерно так все это получается. Попробуем смазочку туда сразу. Ну, не знаю, как часто это надо все делать будет таотницей. Не могу вам сказать. Но смысл понятен, да? И здесь также разбирается, ставится другой рычаг вот таким образом. Все, сейчас поедем в гараж или в сервис и попробуем уже с машины все это установить. Спасибо Виталию, магазин «Полный привод», город Оренбург, за предоставленную возможность нам вам наглядно все вот это показать, как это происходит, как это все меняется. Ну все, что, кое-как разобрал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вон там он, седьмой, пластиковый вытаскивается. Вроде сейчас освободилась, буду ее снимать. Кто не разбирал, знаете, что это примерно делается вот таким образом. Смотрите, это у нас понижайка, это у нас раздатка. Что нужно сделать? Сначала снимаем вот это кольцо, потом шплинт нужно будет вытащить и рычаг вытащить. Там у нас, я бы сказал, посложнее на месте, если делать. Также снять. Шплинт вытащить, его выдернуть. Ну, давайте попробуем. Так, ну вот, сейчас покажу. Но они одинаковые абсолютно. Это в комплекте с рычагами, это вот их не шло. Вот перчатку, потому что эти штуки края острые, без перчаток. Так, ну что, поставили. Сейчас будем ставить рычаг. Итак, смотрите, что здесь написано. Точками к двигателю, то есть вот этими масленками мы ставим к двигателю, двигатель у нас там, то есть вот так она устанавливается. То есть мы ее будем устанавливать так, вот написано, смотрите, Нива Комфорт, понижайка, понижайка у нас стоит здесь, то есть мы ее будем устанавливать вот таким образом. Ладно, у меня вот такая штука была, вот эту вот хрень отсюда вытащить, большая проблема. Вот. Во-первых, неудобно туда подлазить, никак неудобно. Но ничего, в принципе-то можно. Если я ни разу не делал, получилось. Ну все, вытаскиваем шплинт, освобождаем. По поводу смазки, там постоянная пыль, как бы вот эта смазка не превратилась в еще хуже.
Ну, я думаю, производитель, человек не глупый, все это рассчитал. Так, доводницы вперед ставим. Чтоб легче зашло. Здесь тоже вот так вот сделаем, чтоб края у нас зашли, да? Ну и втулочку, конечно. Ставим втулочки прорезью кверху, иначе они загинаются. Придерживаем, ставим, устанавливаем. Можно мероприятие, вот именно вот этот рычаг устанавливать. Опа, все встал. Раздатка доводницы к двигателю. То есть я поставил правильно. Осталось вот эта хреновина самая сложная. Вот с этой стороны именно поставить. Потому что здесь не подлезть. Так, ну что, я ее поставил. Осталось надавить. Сейчас надавлю, она слетит. Ну что, теперь давайте понижающий ряд. Вот идет стопорное кольцо. Сняли. Втулочку вытаскиваем. Здесь все пока плотненько, все хорошо. Также под пластиковую смазочку доводницей к двигателю. Так, пластиковый прижимаем. Тут пока не хотят они лезть. Ага, во. Так. Я, в принципе, о, зашел. Ну все. Можно сказать, мы с вами установили. И все у нас с вами почти получилось. Так, что дальше? Ставим стопорное кольцо. С этой стороны, конечно, друзья, удобнее. Все, чпоньк, чпоньк, чпоньк. Ну сколько я времени потратил? Час. Это 100%. С учетом разборки, сборки. Ну что, победили мы эти рычаги. Как видите, все победили. Вот посмотрите. Стопорные кольца установил. Все установил. Все у меня нормально. Смазал. Ну, потом заеду снизу или отсюда, наверное, доводницей. Попробуем. Но сейчас маска есть, я не вижу смысла сейчас заправлять. Сейчас будем все назад собирать, обрезать резинки, а лучше мы их смажем, чтобы резинка лучше зашла у нас. Короче, собираем. Прошло и часа, все собрал. Смотрите, теперь как все получается. Рычаги, понижайка.
нейтральные, пониженные, повышенные. Межосевой заблокировал, включая понижайку. То есть рычаги друг другу не мешают. Ну вот так вот как-то все сделано. Вот. Ну теперь осталось покататься и дать честный отзыв. Стоят они 3000 или не стоят они 3000. Ну все, мы на тест гоним. Ну сами слышите, да? Вибрация есть, но звук не поступает металлический. Вот еду на третьей передаче специально, 3000 оборотов. Наверное, все-таки работают. Так, поехали, сейчас обгонять буду. Поворотка, обороты. 3500 оборотов, четвертая. Едем по трассе. Пятое. Да, в салоне. В салон перестал звук идти. Если интересно, кто хочет их заказать, Нива Комфорт. Ссылочка будет под видео. Переходите, смотрите, заказывайте. Насчет скидки я человека поговорю. Может быть, сделает по промокоду. Если сделает, то отпишусь, вам покажу. Ладно, все работает, все нормально. Я доволен. Нива Комфорт, спасибо за предоставленные рычаги. Пишите комментарии, у кого как. Рекомендую вам подписаться на мой YouTube-канал. Про рычаги буду дальше, про в остальных видео рассказывать, на бездорожье как себя будут вести. Но по трассе пока все идеально, звука никакого нету. Все, давайте, до встречи.